потому что обычно все-таки мы видим плоский белый лист с акварелью, а здесь появляется движение и появляется пространство. Как может оживать акварель, показали в арт-курорте. В выставочном зале открылась очередная выставка живописи. Свои полотна сюда привезли художники товарищества «Акварельный класс», основанного в 1991 году и популяризующего написание картин водными красками. Художники представили работы различной тематики, размеров и цветовых решений. Простая и знакомая нам с детства акварель в руках профессионалов создает невероятно реалистичные произведения. Акварельная живопись только на первый взгляд кажется простой. На самом деле это тонкое сочетание полутонов с преобладанием пастельных цветов. К сожалению, на сегодняшний день телевизионная техника не может передать всю полноту этих работ. Но придя лично в выставочный зал «Арт-курорт», вы получите совершенно иные впечатления. Такие работы лучше всего смотреть, конечно, при дневном свете, на улице, а еще лучше в том месте, где они и были написаны. Потому что это акварель, а акварель – это душа. А душа лучше всего проявляется вот именно в момент создания работы, в момент, когда происходит вот это волшебство единения художника, натуры и вот этого таинства, которое называется искусство, искусство в акварели. Художников товарищества в первую очередь объединяет профессионализм, дружба и, конечно, любовь к акварели. Мастера своего дела не раз создавали свои творения в курортном районе, но, к сожалению, на этой выставке данные работы не представлены. Однако в экспозиции сегодня показаны, по мнению авторов, самые удачные их картины. Представители администрации курортного района и правительства Петербурга посетили открытие выставки и поблагодарили художников за их непростой труд. И хотела сказать спасибо за то, что вы так продвигаете свое творчество, ведете такую большую выставочную деятельность. Конечно, вы истинные петербуржцы, любите свой город, любите своих горожан. А это очень важно, потому что мне кажется, что сейчас как-то вот в нас маловато культуры иногда проявляется, маловато. Поэтому вот вы делаете все, чтобы мы были более культурными, более образованными и более добрыми людьми. Поэтому спасибо вам большое. И на базе, я знаю, психоневрологический интернат номер 3. Значит, наши уважаемые художники проводят тоже мастер-классы именно с проживающими. И люди просто расцветают. Ну, вот понимаете, вот это волшебство через умение переложить краски на холст, и это волшебство зарядить особой энергией другого человека, когда он чувствует вкус вот этих красок жизни, это какая-то благородная миссия, поэтому низкий вам поклон. Авторы картин провели для гостей выставки небольшую экскурсию, рассказав поподробнее о своих произведениях. Экспозиция будет доступна горожанам до 9 апреля. Насладиться акварельной живописью и познакомиться с художниками пришло много сестроречан, в том числе и именитый художник Борис Безденежных. Здесь настоящее творчество. Настоящее творчество великолепных мастеров. Вот просто можно снять шляпу и сказать: здорово, здорово, крепко. После этого я просто ухожу на пенсию.